Всем привет! Мы идем на выставку ледяных, вернее, снеговых фигур. И вот она, выставка сама. Сейчас походим здесь, посмотрим. Вот так вот из снеговых таких глыб выпиливают всякие интересные скульптуры. Вот такая вот глыба привозит, вот такую глыбу. И вот у кого насколько хватает воображения, фантазии, таланта. Вот так вот делают. Вот так это происходит. Но здесь многие скульптуры еще в процессе. Здесь вот лестницы стоят, и люди делают, потому что 2 недели будет сама выставка. И не все еще сделали. И вот такую вот что-то тоже будет интересное. Но еще не достроено. Скульптура. Это номер 3, это номер 4. Вот мы как раз попали в самый разгар этих скульптур строительства. Это шляпа из Гарри Поттера, которая определяет, куда ты пойдешь, в какой класс. Гриффиндор или как там еще два. Дракон? Да, это дракон. А с какой стороны? А, вот. Вот, да-да-да.